тренер дал установку любыми усилиями увести отсюда 3 очка. Но качество поля тут ужасное, не позволяло играть своеобразный футбол. Было очень много борьбы, единоборств. Здесь нужно было только проявлять свой характер. Тренер дал установку не пропустить первыми гол. Но, к сожалению, мы пропустили первыми. Потом играли, создавали много моментов, но с реализацией было очень, ну, как-то, не знаю, везения не хватило или какого-то мастерства. Но на 94-й минуте сравняли. И думаю, одно очко это нам плюс копилку. Мы, я думаю, заслуженная ничья. Но я думаю, мы могли обыграть эту команду.